Мантикора. Биооружие против определенных генотипов. Если твоей ДНК нет в базе Атласа, считай, что ты труп. Он может сбросить его на поле боя. Его бойцы выживут, наши умрут. Верно. Контакт с одной спорой смертелен. Химзащита без толку. Он уже в работе? Не знаю. Но раз он изготовил образец, возможно, уже идет производство в промышленных масштабах. Если да, нам нужно знать что, где и как. Иначе нам Айронса не свалить. У Атласа есть куча заводов, способных наладить массовый выпуск. Вот тогда до нас и дойдет. Гидеон знает место. Ты уверен, что ему можно доверять? Без него задание не выполнить. У нас есть выбор. С группы Кормака. 3 минуты до цели! Ты был прав насчет Айронса. До меня не сразу дошло. Хорошо успели. Без тебя мы бы так и блуждали в темноте. Прямо как раньше, а? Это конюка Т-3. Нас попали. Эбби, ударил Атлас. Черт! Сбой, Экзо! Система не отвечает. Не могу! Приготовься к удару! Все! Прыгай! Итак, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Джек Шепард. Мы продолжаем проходить Call of Duty. В прошлой серии мы вот на этом как раз закончили, на этом видеоролике. Многие из вас были заинтригованы, также заинтригован и я. Посмотрим, что же произойдет дальше. Биолаборатория. Странджа, Болгария. 3 часа ночи. Валим! Блин, вот это мы с тобой попали, не да? Дай этому снайперу убить нас! Как? Как не дать? Снайпер, не бей нас! Пожалуйста! Давай, братюнь, беги! Так, может нам лучше с тобой разбежаться в разные стороны? Ау, больно. Так же и убить можно. Давай, давай, давай. Отлично, стелс-операция. Экса загружается. Вертушка кружит над нами. Пошел! Давай. Вверху. 3 часа лезет. Шевелить! Это еще я шевелюсь, да? Отличная катсцена. Куда ты ешь все дела? Держись! Давай! Давай! Экзо, скрыть! Может быть, руку мне протянешь лучше? Я же лег, не двигался. Ну, этот дрон что-то знает, мне кажется. Зафиксировал, давай, все, я ложусь. Я представил, что я червь. Лежу на земле, никого не трогаю. Дрон говно.
Давай быстрее, мне уже задница чешется. А, почесал, хорошо. Приближается патруль. Вы тот, что спереди. Говорит Виктор 7. Мы в точке КВБ-6. Прием. Мы нашли три тела на месте крушения. Возможно, еще двоим удалось... Получай! Не показалось ли, я взял... Слушайте, стрелять только в крайнем случае. Давай сделаем все тихо. Или я реально взял подорожник в руку и просто убил его им. Потом тут очевидно, кого надо убить. Гидон, не толкайся. В смысле? Ну ты капец! Сам говорит, мы должны быть в стелсе, сам бегает передо мной. А, ну все, нас убили. Короче, на остался, блин, я не знаю, что он побежал. Этот без глушителя. Стреляет только в крайнем случае. Да понял я, я-то полз как раз. Генпин, это Страж 2-1. Наша вертушка повреждена. Мы в аварийном режиме, нуждаемся в эвакуации. Нет возможности, Страж 2-1. Попробуйте связаться со Стражем 2-3. Вас понял. Короче, я буду просто за ним идти, никого бить, ничего. Возможно, кстати, это я спалил их, когда чувака вырубил, но он же в кустах тут в темноте лежал. А вот ему его можно убить, окей. И тут он не в кустах. Чтобы у парня пушка была наполовину выстрелена, куда он стрелял. Хорошо, жди. То есть мы врубаем глушилку, и эти все чуваки не слышат никаких звуков вокруг. Надо как-то на внутреннее ухо действовать, по-моему. Хорошо. Я надеюсь, что никто не будет следы разглядывать наш. Не рассохранено, спасибо. Перезаряди маскировку. Ты бесишь со своей перезарядкой. Супер мега крутые устройства, которые надо перезаряжать каждые 5 минут. Хрена себе. А куда они пошли? Что они ищут? А у этих штук нет никаких сенсоров против нас. Блин. Сыкова. Педик. Педик. Педик, педик. Педик, педик. Педик, педик. Вы все говня! Я один красавчик. Минутка упоротости прошла. Идем дальше. Опаньки. Охотник. Тут маскировка бесполезна. Уходи от луча. Сейчас такой. Давай перезарядим маскировку. Я ваш рот наоборот. Я ж прям за тобой сижу, не спалят тебя, не спалят меня. О, какая трава. Блин, 36 гигабайт. Вот 36 гигабайт. Ладно. Нас раскрыли! Блин. Ну, типа надо было быстро, наверное. Я боялся, что меня спалят. Входим.
Но раз миссию не перезапускают, значит так и надо. В контакт. Понятно. Ну, я, в принципе, хотел, чтобы он меня убил, потому что хотелось бы все-таки стелс это пройти. Тихо. Сейчас ждем, пока лучше пройдет. Пройдут чуваки. Он побежит, я сразу за ним. А то что-то сидел, слупокал. Я ничего не вижу, ты жирный. Я тоже, конечно. Вот он говорит, ладно, пошли, я что-то такое сел, втыкал там. Давай уж куда-нибудь. Если бы я такую же штуку делал, я сделал бы, чтобы она на 360 градусов вокруг крутилась, и все, никто бы не прополз. Никогда. А, включи-ка маскировку. О, наши, прикольно. Ты как? Надо быстро сваливать. Пришлось убрать пару их ребят. Когда их найдут, будет жарко. Теперь у меня две пушки с глушителями. Пошли, миссия даже начаться не успела. Мы никуда не уйдем, пока все тут не осмотрим. Прикольно. Я ни черта не вижу. Нокс, покажи им. Посылаю данные. Следы химикатов, босс. Много химии. Им есть что скрывать. Мы не справились. Может, это ферма по разведению скунсов? Облажаемся. Отвечать будешь ты. Да, может, там обыкновенные фермы, да, реально скунсов разводят, а мы тут с песнями такие врываемся. Крутой ублюдок, надо признать. Все, поехали. Че это пикает? Мне нравится это пиканье. Я не знаю, нафига мне сейчас S нажимать. Серьезно, не просят действия в таких моментах, когда это вообще нафиг не надо. А кто-нибудь камеру вырубит? Правый мой. Ну и... Убирай цель или выбирай цель, я не услышал. А, понял. Чисто. Ну, я примерно так и думал, что я убью одного, а не убью остальных. Наша точка прорыва. Митчелл, веди нас. Вся глушилка. Кому там в пипирку? Нормально. Пушка классная. Мы проникли в здание и движемся к серверной. Вас понял. Подключаю данные разведки. Это. Действуйте по плану. Понял. А чё ты не тут делали? Давай на лестницу. Прикрываю. А прикиньте, вот на этой базе делают лекарства от рака, а все замаскировали под типа лабораторию вот такую плохую. Конечно, первый. Не выжил. Быстро к пульту. Давай, уничтожить лекарство. Так, парни, берем все. Карды, банки данных, все, что увидите. Сами знаете. Кингпин, начинаю передачу. Войдите в систему. Ожидаю прибытия посылки. Нет, этот старик, те два, там. Он еще и не тот терминал взломал. Кинго, посылка у нас. Мы суперкоманда. Связь установлена. Так, жгите все. Термит! Тут не только биологическое оружие. С этим мы свалим Айронса. Ты как? Посылка получена. Но я же не закончил. Вас понял.
Выдвигаемся на химзавод. За мной! Мужик, там загрузка на 99% стояла. Ты сломал штуку и все сжег. Больше не прячемся. Не лезьте под сенсоры, они сбивают настройки костюмов. Хорошо. Пошел. Ты что, жив, что ли, еще? Ой, свой. Пипирку. Сенсор в углу, уничтожь его. Убрал сенсор. Кто сзади? Какие же вы глупые. Я реально думал, сзади свои уже. За это я бы типа стрелял. Все нормально, мужики. Все под контролькой. Команд, команд, команд! Стоит, смотрит куда-то. Окей. Команд, команд, команд! Да блин, дебильная перезарядка. Ах, такая долгая. Я же ее ускорил, там два буста на нее поставил. Так, нет, не назад. О, хорош. Все, я спрятался. Пусть они там. Let's go. Мы на месте. Система Биоспарк распознала следы токсина на канистрах. Митчелл, ставь FRB. Закончим с этим. Поставил. Всем выйти! Подожди, а что вы меня тут в комнате закрыли? Мужики! Митчелл, давай! Кингпин, объект нейтрализован. К выходу готовы. В основной зоне высадки слишком опасно. В небе полно врагов. Новая зона в трех кликах к юго-востоку. Мы засекли Т-740 в южном ангаре. Это ваша лошадка. Вас понял. Выдвигаемся. А, у нас ключей нет. Или этой штуке не нужны ключи? Давай. Так, хорошо. Воу! Я терминатор! Неужели я настолько сейчас мимо стрелял, что он выжил? Осколочная!
Ну, где он там? Влазь. Господи. Все, мертв. Так, РПГшника убил. Спину там отрабатывают гады. Все, го. Ой, не-не-не-не-не-не, го, пошутил, пошутил, шутка была. Да вы только... У меня патронов ноль. Кнокс, стреляй! Кнокс, мочи! Кнокс! Гениальный искусственный интеллект. Кнокс, твою бать! Ну? Ну ты уже в правильную сторону смотришь, давай! Нет. Тупой ублюдок. Дебил! А, понятно, он же слева обошел, я-то его ноги там еще. Да, напарники помогают, конечно, мне по полной помогают. Стараются как могут, в общем. И кто? Сволочь. Короче, этих убьем, все, и пойдет тот говнюк. Что за... Сам отвлекай огонь, я жить хочу. Блин, так я очень быстро, мне кажется, потеряю все свое здоровье. Прыгай, прыгай, уходи в ящики застрять, господи. Ох, а где мой супер костюм, где мои... Супер прыжки, все, у меня только дурацкая скорость осталась. Вот сюда заныкаюсь, точно. Вот ты тут заныкался, сидишь. Тебе норм. Не РПГ, а RPG. Вроде бы он сдох. Ой, Кнокс. Наконец-то действуешь на поле боя. Нет, только не эта хрень. Я же пушку не успел подобрать ничью. Идите в задницу своим, отвлекая огонь, там спасай наши жопы. Просто идите лесом. Вау, он за мной бегает. Оу, че могу. Лол. Они реально вообще никак не помогают. Все, убили. Лузер. У него пушку нельзя забрать. Блин. Ах. Давай. Бомби давай. Ман. Ой, свои же. Короче, все, кто там не сидят, это плохие.
Все, иду. Поехали давай, поехали. В ангар для техники сюда. Сейчас такие, а машины нет, ее увезли. Лол. Мы вам старые данные дали. На самом деле уже тачка на задании. Но нет, она тут, все хорошо. Смотрите, какое внимание к деталям. Даже коврик сделали не просто прямым, а немножко тут помятым. Клево. Обыщите комнату. Так, что нам нужно найти? Чисто. Поедем вот на этом. Нокс, попробуй наладить. Вас понял? Т-740 всего лишь прототип. Он не может так сильно отличаться от 600-го. Повышаем мощность. Кто умеет водить эту штуку, поднимите руки! Не я. Мы с Митчеллом тренировались на 600-х. Эти движки новые. Отсоединяюсь. Я это не поведу. С полным боекомплектом. Кингпин, это Страж 2-3. Движемся к зоне посадки. Будем примерно через 10 минут. Прошу зачистить зону посадки. Понял вас, Страж 2-3. Птичка пошла обходным путем. Я серьезно, ребят? Так. Все по местам. Вы смертники, если я поведу. Я предупредил. Но меня же никто не слушает. Я же Митчелл. Система в норме. Ладно, Митчелл. Как ты занять? Орудия включены. Зашибись. Зашибись. Хрена себе, я вообще думал, это пулемет. А, вот. Это типа пулемет из ракет. Шизануться. Пиу-п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 иу. Все, выехали. Пехота перед нами, да, лежит. Опа, босс, вертолет, давай. Техника приближается. Переключите ракеты. Чуродок. Танк уничтожен. Так, понял, Эми на вертолеты. Эти ракеты на танк и совсем маленькие ракеты на людишек. А, так это наш этот. Че в него стреляем? Или нет? Нет, не наш. My bad. I'm sorry. Короче, кто бы там ни... Опа. Здравствуйте. Здравствуйте. Ехал Джеки через реку. Парам, пара па пам 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 пирим, пири пирим, пиу пиу. У меня здоровье выше крыши. Скажи мне то, чего я не знаю. Система профи. Все, приехали. Мне понравилось, было круто. Давай. А ее никто не собьет? Всё. Давай.
Пустите меня! Пустите! Есть! Четверо! Есть! Ну, я, конечно, так не думаю. Но mission completion. Как бы то ни было. Прошли, прикольно было. Так, мне опять дали улучшений. Я, пожалуй, еще бег себе возьму. Бег клевый. Так, ну что, на этом завершаем серию. Увидимся уже в следующей. С вами был Джек Шепард. Спасибо, что смотрели. И счастливо.